Привет. Такой, я вас привет. Сам это записываю сейчас на телефон по той причине, то, что моя камера села с той съемки, которую, собственно говоря, я делал. Сейчас предупреждаю, делаю так, чтобы вы поняли, что здесь не стоит ждать какой-либо, знаете ли, качественной съемки, качественного ковра, качественной дикции, качественного диктора, потому что в качестве диктора буду выступать я. Это видео было записано категорически только для себя, только ради какой-то определенной галочки. Все было сделано на автомате, авто-ISO, автоэкспозиция руки, плохой звук. Это все вы можете это все можете слушать в дальнейшем. Если вообще вы будете дальше смотреть, не стоит лучше. Претензий, надеюсь, у меня не будет. И сейчас вы, собственно говоря, посмотрите данное шоу. Что я там делал? Если что, это мероприятие, это спортивное мероприятие в замечательном городе Москве. Шучу, на самом деле, Тюмень была. Ладно, такие шутки, конечно, хоть из самой России сбегай. Ну ладно. Надеюсь, вы меня поняли. И дальнейшее видео вы все помните. Так что, все. Целую, всем пока. Блин, это очень-очень-очень знакомая тетенька. Я, кстати, даже не знаю, слышно меня или нет. Это Владос. Сегодня он будет делать джим лежа. Ты не будешь делать джим лежа? Так, а сейчас... Окей. Не готовился к этому. Вот таких вот шокулятках. Это вообще не коммерческая съемка, снимаю чисто ради себя. Вышел какой-то чел, я встал. Давай. Ну, первый, блин, как всегда, комом. Первого челика выбили, потому что он сделал вот команду без, собственно, той команды. То есть он сам соизвольно это все поднял. И все, надо радоваться. Смотрите, вот, допустим, есть Тацы Дмитрий. Я вроде разобрался в этой логистике. А смотрите, вон там написана команда, вот здесь. Тренер самостоятельно. Кстати, вот любопытно, а как он это самое начал сюда преподносить себя? Вот каким образом? Кстати, здесь уже третий, наверное, по счету человек отсутствует, поэтому не знаю, это немножко странно, в любом случае Тацит... Тацит Дмитрий отсутствует. У меня плохие новости, я его забрал с собой. Я, конечно, при всем уважении, но просто я никого не знаю, меня это не интересует, к сожалению. Меня интересуют только камеры. А, кстати, собственно, влог. Или вес засчитан? А, вес засчитан, скорее всего. Я сейчас Владу поделюсь, то, что я понял. Владос. Немного тебе. На пару секунд. Знаешь, что я понял? Я внебрачный сын тайской шлюхи. Я не знаю, кто мой биологический отец. Но, к счастью, один из клиентов моей мамы влюбился в нее, женился и усыновил меня. Когда дела пошли совсем плохо, он выиграл опеку надо мной и вытащил меня из того дерьма. Так вот, дорогие мои подписчики, сейчас... Ой, какая. Сейчас нужно пройти здесь, потому что нужно показать масштабы всего мероприятия. Скажи, это всероссийское, да? Нет, это все мини. А там что написано? Ты меня обманывал, а? Лут! Там сидели корейцы, точнее китайцы, точнее тайцы. И в чем прикол? Они говорили на английском, а мой английский это good, very good. То есть такое. Можно получше. Вот. Опа, она тут. Победитель по Доте 2. Ох, как хлопнули мне. Я бы, наверное, если бы не так хлопнули, то я бы развалился. Ну, конечно. Думаю, понятно. Молодец. Это, для своих любимых подписчиков я бы поснимал именно так. Но зачем? Мизулина ждет. Какое масло называется? Сальников или нет? Его никак я долго собирался с мыслями, стоит, не снимать, я все-таки решил, что понял. Я понял. Можете пойти? Так вот, я решил то, что стоит снять, Влада больше нет. Остался только вон туда ушел. Я не знаю, видите ли вы это или нет, но... Опа, Влад вернул. Да мне не надо говорить. Дай договорить. Сейчас себе сахар холестерина будет добавлять, ё-моё. Пошел делать грязные вещи. Пошел проказничать. Так вот, я не договорил. Сейчас самая дельная и нужная информация. Не знаю, видите ли вы это или нет, но у Мизулиной на пальце какая-то странная штука. Возможно, на мере давления. Возможно,
она мерит их давление. Возможно, она это мышка. Возможно, она сейчас придет мне и даст поднять. Любопытный и интересный факт. Мне некомфортно, потому что я тут хожу с аппаратурой. А что снимать-то, господи? Потому что... Зачем? Ответьте мне, зачем? Думаю, никто не ответит. Мне вот любопытно. Я так же ущербно выгляжу, когда я что-то снимаю. Нифига. Это у него руки в муке. Самое лучшее, самое вкусное. Так, не будем напрягать Влада. Я буду комментировать. Что это? Дурнички, самая любимая. Ну, одно из самых. О, господи, Ютуб, не надо. Вот примерно так я тоже так могу. О, сейчас будет хорошо. О, да, господи. Так, побольше будет Тесла бургер, попустнее наш фирменный. Либо вариант бекон. Крутое, бесперебойное предприятие. Татьяна, почему ты не знаешь? Можно стыдно себя чувствовать.